Васап, ребятки, с вами канал Олег Гейм, Let's Play Rock, это Cyberpunk 2077. Продолжаем дальше прохождение, погнали. В прошлый раз мы занимались неприятными вещами и потеряли друга. В нас выстрелили, и я так и не понял, то ли мы погибли, то ли нет. Сейчас вот вроде бы как мы живы, или это не мы. В общем, нам только предстоит все узнать. Привет. У тебя все норм? Лучше некуда. Они похожи. И судя по голосу, это не мы. Значит, мы играем за другого персонажа. Тихо, тихо, успокойся. Воу. Да ну нахер, Киано! Ребятки, это же... Ну вы поняли. Опять обдолбанный. Воу. Я так полагаю, сейчас мы будем зажигать. Сегодня я... Я пришел, чтобы с вами попрощаться. Да, вот это уже интересно. На что ты тратишь жизнь? Бегаешь за нами, как шавка. Эй, с тобой все нормально. Фотки у тебя? Брейк-данс? Отлично. Судя по всему, мы вне настроения. Ладно, что, продолжим. Не надо этого. Ты же ничего не добьешься. Иди сюда. Да хрен с ней с группой, Кер. Забей на все. Сделай сольный проект. Мудачок ты, мудачок. Знаешь, как мне будет тебя не хватать? Да ладно. Увидимся в следующей жизни. Да это такой... Закрытый в глаз. Так, о, нас тут кто-то ждет. Я заказчик. И я решаю, кто опоздал, а кто нет. Залезай, пока я не передумал. Ну, погнали. Привет, шайтан! Поднимаемся! Тони Сильверхенд. А, снимай, я так полагаю, понятно. Прозвище у меня в честь отсутствия левой руки. Так, итак, мы куда-то летим. Доки горят. Пасифика отрезан. Света нет. Вот санитанки на улице. Сука, пиздец. Беспорядки. Это наша работа. Это план Джонни. Уэйлот отвлекает внимание Арасаки от башни. А то, что по гражданским стреляют, тоже часть плана? У нас тут не все подсветится, Том. Не нравятся твои проблемы. Такая большая пушка. Итак, мы куда-то летим. Пока непонятно куда. Цель в зоне обстрела. Включай огонь. Ого. А мы вообще стреляем, нет? Принял. Ну, погнали. Да, мотопака. Так. Еще немножечко тут. И совсем капельку там. Брать все чисто. Так, прыгаем.
Рассказали прыгать, я думаю, надо прыгать. Порядок. Я нашла точку доступа. Джонни. О, это у нас бомба. Мы несем груз в лифт. Активируем. Отдаем на волю гравитации. Взрыв разрушает фундамент. Башня валится. Хаос, вопли, рок-н-ролл. Времени на работу будет мало. Подключаюсь. Мы должны взорвать что-то, засунув бомбу в лифт. Едят ли кошки мошек? Едят ли кошки мошек? Едят ли мошки кошек? Мёрфи, ты достала уже? Хватит жариться в базах. Передай на всех частотах объявление об эвакуации. И пошли. Времени нет. Боже, кто писал этот манифест? Угадай с трех раз, блин. Джонни, ты оторвался от реальности. И это тебе говорит. Так, перезарядка. Совершить быструю атаку на Кью. Присесть на С. Хочешь поиграть? Со мной? Ни хера себе! В укрытие! Вот это ствол! Вот так! Отлично! Сдохни! Вот потери! Чем он там стреляет? Искала в наперстках и здравых умах, гонялась надеждой и вилкой. Джонни! Как там называлась бомба? Бушидо 2. Кончай! Нам надо сваливать! Демолитрон! Ну, погнали! К вам идет спецназ! Бегите! Бегите! Стреляй по кабелям! Так, а да, по кабелям, я понял. Нагревайте двигатели, мы возвращаемся! Так, это еще не все. Надо скормить это их под сети. Сука, ну, конечно! В смысле, побочка? Ты срать хотел на корпоративный колониализм. Это все ради твоей ебучей фанатки. Прости, бестия, тебе не понять. У тебя 4 минуты. Ни секундой дольше. Мы тебя ждать не будем. Так, я сломала дверь. Тебе идет еще отряд. Отлично. Да все меня обожают. Сука! Несем большие потери! Ага. Так, еще двое слева. Ну! В смысле? Бессмертный, что ли? А, вот ты. В яблочко. Так. Кто-то у нас тут был? Ух ты! С дробовиком! А куда мне надо? А мне надо сюда. Я рядом с точкой доступа. Подключайся. Классный ледокол. Импортный. Интересно, кто бы теперь мог изменить протокол под сети? Очень интересно. Ты помочь можешь? Могут ли пауки ловить мух? Есть паутина, без вопросов. Спасибо, Мёрфи. Сейчас, на всякий случай. Мать моя, кибер-женщина, мы в телевизоре. Известная террористическая организация выпустила манифест, в котором пригрозила разрушить Арасака Тауэр. Здание срочно эвакуируют. Террористы заявили, что хотят, цитирую, «свалить памятник корпоративному колониализму». Конец цитаты. В ответ мэр Найт-Сити Мболи Эбуники выступил с заявлением о том, что любые акты террора на территории города будут караться по всей строгости. Мы попробуем узнать подробности у нашего корреспондента, который наблюдает за развитием событий у Арасака Тауэр. Все готово. Теперь уходи. Так, а теперь они валим отсюда. Беги на крышу. Так, валим на крышу, я понял. Оу! Станова дрыщ. Черт, это Адам Смешер. Да ладно, он же киборг. Джонни, беги! Видать, это прошлое. Мёрфи! Двери заперты, но долго не выдержат. Беги, Джонни, вали оттуда. Валим.
Охренеть. Взять пистолет. Смешер. А я говорил, малыш. Говорил, что я тебя однажды прикончу. Нихер. А тут акшен на акшене. В смысле? Так, мы еще живы. Ох ты. Попробуем еще раз. Кем были твои сообщники? Как вы добыли взрывчатые вещества? А че это добрый полицейский до сих пор молчит? Давай, поболтай со мной. Я так полагаю, нас допрашивают. Какой террористической организации вы принадлежите? О, какой там как взрыв. Как вы добыли взрывчатые вещества? Я так полагаю, это мы. О. Привет, дедуля. Я тебя знаю. Отцы. Что? Мне послышалось? Или он сказал что-то интересное? Смотри-ка, у меня получилось. В этой башне погиб мой муж. Да, ну простите. Но бывает участь страшнее смерти. Так. Я не хотел, чтобы он погиб. Назы коную на коту. Зачем ты это сделал? Чтобы положить конец вашему безумию. Что во усоцки, дивундичему азамк. Да нащавачка. Ну, по идее, раз она мне переводит, я тебя сейчас не должен понимать. Душегуб загружен, выполняется пересадка энграмма. В смысле? Ох ты. Где это я? Так. Какой-то красный мужик. А, это Киано. Да, то бишь, это я. Ну, наш герой, за которого мы сейчас играем. Я так полагаю, нужно следовать за ним. Ух ты. А ты... ты кто такой? Кто такой? Кто такой? Человек мегабайт. Так, что у нас? Перезагрузка системы. Диагностика киберплантов. Система безопасности. Сетевое окружение. Почему он сказал, ты кто такой? Лист бумаги. Ой, лист металла. Что-то убрать. Что происходит? Ух ты. Я понял. Ух ты, как глючит-то все. Интересно, это глюк под системой или лаг? Лаг игры. Все, а теперь мы, короче, играем за себя. Я так полагаю, после того, как нам выстрелили в голову,
Нас просто выбросили на помойку. Хорошо. Попробуем выбраться. Автопилот. Нет. Все так прекрасно начиналось. Тяжелее, чем кажется. Декстер. Слушай, брат, я сделал, как ты хотел. Давай мы с тобой поговорим. Вау! Офигеть! Арасака-сама, Отло-сама, но Сацугай-хан мицкимашта. А это же телохранитель, да? Хай, хай. Ичидикан гонивац кукату. Помогите! Оу! Итак, мы куда-то едем. Хитуньойда. Я ж в мусорке был, конечно, я воняю. Мог бы и помыть. Так, вот система. В смысле, тебе нужна помощь? Что происходит? Стоило на 5 минут взрывнуть, применить. Опаньки, жопаньки. Уже полегчало. Ну, ты еще кто такой? Охренеть. Дай мне оружие. О, спасибо. Ну, погнали. Он чем у тебя заряжен? Резиновыми пулями, что ли? Вау. Так, минус второй. Давай стрелять. Да как так-то? Я ж попадаю. Отлично. Ни хера себе! Воу! Держись! Да ему вообще пофиг! Брось его уже! Ну и поездочка. Куда ты меня тащишь? Только не теряй сознание еще раз. Не закрывай глаза. Охренеть, это какая-то Т-1000. Нам обоим нужна медицинская помощь. Есть риперы, которым ты доверяешь? Кто? А, ну я понял. Я знаю хорошего. А, риперы? Я знаю кое-кого. Послышится же. Мы должны ехать к риперу. Быстро. А, так, сейчас. Виктор. Надо ехать к Виктору. Сами не доберемся. Надо, чтобы нас туда отвезли. Позвони кому-нибудь.
А... Ты меня слышишь? Да, ладно, я слышу, ладно. Слышу, я выпирал. У меня не так много вариантов, кому позвонить. Здравствуйте. В данный момент вы находитесь вне зоны оказания услуг. Забери. Забери меня отсюда. Забери мне меня с собой. В эзотерику вместе. Рядом с Виком. Как пожелаете. Транспорт в пути. Ожидайте через 20 минут. Что ты делаешь? Эй! Личный порт поврежден. Пожалуйста, вставьте штекер чуть ниже уха, но не слишком глубоко. Между лимфоузлами под мышцей должны быть дополнительные нейропорты. Если я поврежу вену, он умрет. Как и в случае, если вы ему не поможете. Кажется, я нашел порты. Подключите его. Так, переносим его. Я не могу. Мне надо отдохнуть. Это твоя кровь? Мисти! Жесть. Давление падает. Это нейрогенный шок. Он умирает. Придется пилить затылочную кость. Другого пути нет. Давай, Витя. Есть риск, что... Или что там надо? Я знаю, что делаю. Надо меня вытаскивать. Так. Так. Похоже, операция прошла успешно. Так. Как он там? Ну, восстанавливается дольше, чем ты, но жить будет. Ну да, тебе в голову никто не стрелял. Ви, ты меня слышишь? А, как больно. Как себя чувствуешь? Да. За мной что-то не так. Вик. В ушах звенит, и всякая хрень мерещится. Так, а у тебя что, галлюцинации? Ну-ка, давай, пиши. Свет бьет прямо в глаза. Очень шумно. Я стою на сцене и почти задыхаюсь. Меня разрывает от ненависти. Я ору что-то злобное в микрофон. И понимаю, что это не помогает. Ненависть не уходит. А потом... Только не смейся. Я подкладываю бомбу под Росака Тауэр. Было бы над чем смеяться. Найт-Сити выглядел по-другому. Незнакомо. И я ненавидел его. Всех, кто в нем есть. Все было по-настоящему. Не как во сне. Ви, это были не сны. Это были воспоминания. Ну и сны. На твоей щепке конструкт личности. Ты видел его прошлое. То есть я вижу воспоминания другого человека? Как
так получилось? Не знаю, как это произошло, но теперь вы двое связаны. Двое? Я и кто, Вик? Кто второй? Джонни Сильверхенд, террорист. В моей молодости все в городе его знали. Я бы сейчас поговорил о более важных вещах. Ты меня пугаешь, Вик. Что такое? Ну, в общем, тебе осталось недолго, малыш. Что ты сказал? Как это? Подожди. Все ж хорошо так начиналось. Биочип — это... это как бомба замедленного действия. В общем, тебе осталось недолго. Максимум пара недель. Конструкт Сильверхенда переписывает твое сознание. Он будет работать, пока не получит контроль над твоим телом, и тогда ты просто исчезнешь. Его? Ви, это важно. Ты меня слушаешь? Мысля. Ты же меня починишь, правда? Вик. Ты ж крутой, Вик. Да я бы рад, Ви, честное слово. Но это... это выше моих сил. Ты же лучший из лучших. Почему ты отказываешься мне помочь? Тебе длинное объяснение или короткое? Рассказывай все. От начала до конца. Хорошо. На чипе записан конструкт. Это Джонни Сильверхенд. Ты вставил его в височный разъем. Ничего не произошло, да? А потом тебя убили. Да. Ебучий Декстер Дешон. Как я вообще оклемался после этого? Маленький калибр. Тебе повезло. Мистер Дешон сделал в тот вечер много ошибок. Наниты с чипа сразу начали тебя чинить, заполнили твой мозг и выгнали тебя на свет в конце тоннеля. Нифига себе! Те, кого убили, не могут встать и разговаривать, как ни в чем не бывало. Ну, это да. Разговаривают только те, у кого есть корпоративный чип, который призван их воскресить. А как же я? Моя душа! Я вернулся с того света и ради чего? Чтобы меня взяли и стерли? Че ты меня-то спрашиваешь? Спроси у инженера Фарасаки. Я знаю только, что разум тебя покинет, и это будет жестко. По мнению биочипа, клетки твоего мозга — это опухоль, с которой надо бороться, понимаешь? А твое тело – пустое хранилище для конструкта. То есть этот ебучий террорист хочет меня стереть и забрать у меня тело? Да ничего он сам по себе не хочет, понимаешь? Это автоматический процесс. Его нельзя остановить. Блять. Я видел рекламу по телеку. Там еще был тупой слоган. Душа, что-то там. Сохрани свою душу. Да, да. Он нужен только, чтобы разговаривать с конструктами. Может. Но у тебя, скорее всего, прототип, который как-то уплыл из лаборатории Яросаки. Вик, ты же всегда мне помогал. Если не можешь меня спасти, хоть посоветуй. Что делать? Пожалуйста. Вик. Если б я знал, малыш. Мисти. Жесть. Ты сходил на дело. Ты хочешь от такого дедули, как Вик. Ну, а Мисти, привет. Я отвезу тебя домой. А
потом он умер. И я подумал, что тоже сейчас умру. Там, во сне. Сон. Маленькая прелюдия смерти. Может, я и не просыпался? Я же мог просто там сдохнуть. Не думай об этом, Ви. Расслабься. Смотри, это твои таблетки. Омега-блокаторы. Принимай регулярно. Они замедлят действие твоего чипа. Эти таблетки заставят молчать гостя в твоей голове. Угу. Псевдоэндотрезин от меня. Синие и красные таблетки. У него обратный эффект. Он ускорит процесс. Намек на матрицу? Освободит демона, так сказать. Мне нужно лечь. Ах, да. Последний подарок. Она была у тебя в черепе. Возьми на удачу. Оля. Обещай мне, что поспишь. Ты очень хорошая, Мисти. Спасибо. Отдыхай, Ви. Сладких тебе снов. Жесть. Такого поворота я точно не ожидал. Что же будет дальше? Я убью любого, кто встанет у меня на пути. И тебя да ладно. Тоже. Мне кажется, у меня начались приходы. Мне надо покурить. Где у тебя курево? Как ты сюда дозашел? Почему мы разговариваем? Да мне-то откуда знать? Не понял. Ты, блядь, кем себя возомнил? Отвали ты от меня! Так. Вау-вау-вау. На кого ты работаешь? Говори! Это как? Чё? Чё? Опа. Ёбаный чип. Я его своими руками выдеру. Нет, стой! Я получу контроль. А! Я найду как. А! Ты меня слышишь? Свали из моей головы. Нет! Лучше вставь себе ствол в рот и застрелись. Да перестаньте вы, я хватит мне. Наше сознание. Почему они меня все бьют, а? Я словно гниль, которая пожирает тебя. И я не могу это остановить. Так, надо взять таблетки. Слышишь? Как бы я хотел сейчас проблеваться. Это только копия энграммы. А эти другие должны быть. Я убью тебя! Давай, что тебя останавливает? Ты меня и останавливаешь. Ебать. Как поживаешь, Найт-Сити?
Так, надо что-то делать с этим. Так не годится. Ну так, ваша репутация выросла, вечный сон. Лечь спать? Нет, спасибо, я уже поспал. Оцепление вокруг района снято. Ну ж, ребятки, выживем мы или нет, это мы узнаем в следующем нашем прохождении. С вами был канал Олег Геймлесс Плей Рак, Cyberpunk 2077. Увидимся. Пока.